Здравствуйте, дорогие друзья. Очень многие считают то, что прогресс сплитбара, то есть он искусственно вызван. Ну, на самом деле, чтобы это понять, вы можете просто немножечко понаблюдать за тем, как много людей и за какой промежуток времени заходит снова в систему. А что для этого надо? Просто пару минут и ваша наблюдательность. Это для тех людей, которые думают, что их, может, обманывают там, или сплит искусственно затягивается. Вот приведем пример. Возьмем точку отсчета Виктория и считаем. Виктория — это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, сейчас закончится уже, 38, 39, 40, Виктория. Виктория. Сегодня, на данный момент, сейчас по времени, 2 часа 18 минут. Вот это вот мой человек, который сегодня подписался. Я его подписывал. Регистрацию он прошел около... Где-то в часов 5, в 5.30 он прошел регистрацию. К чему это веду? Сейчас 2 часа 18 минут ночи. В 5 вечера, в 17 часов, где-то 30 минут он подключился. Те, кто сюда подключились, это не значит то, что эти люди оплатили деньги. То есть зарегистрироваться просто так и на завтра забыть, то есть может каждый второй, каждый третий и так далее. Поэтому, сами вы понимаете, сплит не так быстро и достигает отметки 90, да, то есть, которую мы очень все ждем. Поэтому расслабьтесь и спокойно привлекайте дальше партнеров. А также подписывайтесь на канал. Чтобы получать информацию о том, как работать с коином Fargo, а также, если вы просто подключились, можете добавить меня в контакт, зарегистрироваться по моей реферальной ссылке и работать вместе со мной в команде. Потому что для своих ребят, кто работает со мной, у нас отдельная образовательная система. Я не люблю, когда люди начинают делать и реально принимают решения. Я не люблю, когда они просто топчутся на месте. Поэтому для этого специально разрабатываю образовательную систему, которая быстро дает понять и войти в суть бизнеса. Но еще самое главное, что я хочу вам сказать. Никогда не забывайте то, что... Это вот вообще для всех моих коллег, кто работает вместе со мной над этой валютой. Ребята, вам всем привет. Ни в коем случае вы не конкуренты мне. Вы такие же мои друзья, как и я для вас. То есть я не знаю, как вы к этому относитесь. Но для меня вы как минимум мои коллеги, потому что мы с вами делаем общее дело. Мы помогаем Fargo Coin'у подниматься на рынок. И это очень важно. Еще что хотел сказать, что
Не забывайте, что если кто-то из ваших знакомых, друзей вас отговаривает отключиться, ну не подключаться там, да, то есть отключиться вниманием точнее, да, это человек, ну на процентов, наверное, 70-80, 90, ну просто боится, что вы будете успешнее его. Желаю вам успехов!